Омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова провела очередное заседание Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Московской области. В числе поставленных перед членами совета задач она особо выделила работу с беженцами из ДНР и ЛНР. Среди них много детей, инвалидов, пенсионеров, которые не могут себя самостоятельно обеспечить. Им необходимы дополнительные меры поддержки. Омбудсмен призвала молодежь присоединиться к команде Уполномоченного и стать волонтерами для оказания людям всех видов помощи.